есть конкретные запросы на вооружение. Прежде всего, это системы связи современные, системы разведки, в том числе беспилотные летательные аппараты. На прошлой неделе была информация о том, что начались поставки войска средств контрбатарейной борьбы. Это легкий противоминометный комплекс, который позволяет отслеживать координаты огневых точек противника. Это тоже очень важная и полезная вещь. Насколько я знаю, в принципе, наши предприятия тоже производят подобного рода оборудование. Называется «Зоопарк-2» и «Положение-2». А, к сожалению, не поставляется, значит, в зону АТО. Это уже вопрос, наверное, к Министерству обороны, вопрос к Укроборонпрому, почему как бы эти оборудования не поставляются. Но вот есть потребность и в этом. Конечно же, это одежда, амуниция и так далее. Вот. Бронированные машины необходимы. Почему? Потому что, несмотря на то, что у нас мощный ВПК, пока что мы еще не стали вот на те рельсы, которые позволяют нам в избытке обеспечивать армию бронированными машинами. Понятно.